Детям все интересно, и они хотят быть наравне со взрослыми. Именно поэтому они часто просятся, чтобы им позволили сесть в машину на переднее сиденье. Можно ли это делать? Если ребенку еще не исполнилось 12 лет, то пункт 22.9 правил дорожного движения четко дает разъяснение, что такое возможно исключительно при наличии специальных удерживающих детских устройств. Причем правила не указывают именно на детские кресла. Они тоже относятся к специальным устройствам, но допускаются и иные, например бустеры, которые также разработаны с целью уберечь ребенка в случае экстренной ситуации на дороге. Важно, каким бы специальным устройством вы ни пользовались, оно должно соответствовать весу ребенка и его возрасту. Когда ребенок достигает 12-летнего возраста, правила дорожного движения снимают ограничения на путешествие на переднем сиденье автомобиля. Здесь уже достаточно того, что ребенок будет пристегнут просто ремнем безопасности. Технические характеристики и требования к транспортным устройствам для перевоза детей основываются на весе ребенка и возрастных особенностях. Важно, чтобы устройство обеспечивало безопасность и комфортные условия в поездке. У владельцев машин, где система безопасности подразумевает наличие подушек, часто возникают вопросы относительно детской безопасности. Ведь сидящий в зоне действия устройства ребенок может быть травмирован при срабатывании противуда.